от нашей новой встречи. Как всегда, в это время на ваших экранах прогноз погоды с данными синоптиков на пятницу 23 марта. В студии для вас работает Николай Диденко. Здравствуйте. Итак, в ближайшие сутки в Украине вновь предвидится повышение плотности облаков. Но, как и прежде, в некоторых городах будут наблюдаться периодические прояснения. На большей части страны прогнозируются осадки. При этом средняя дневная температура воздуха плюс 2 градуса. А теперь детальнее о синоптической ситуации в каждом из регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от минус 9 до плюс 2 градусов. С ночи до позднего вечера в регионе будет преобладать переменная облачность. Ночью в Черкассах и вовсе пройдет под ясным небом. На осадков не предвидится. На юге страны термометры в течение суток покажут от минус 3 до плюс 8 градусов. В Херсоне в ночные часы и в Симферополе после обеда возможны небольшие просветы. В остальное время в регионе полностью будет покрыт серыми тучами. Это приведет к повсеместному выпадению осадков в виде мокрого снега и дождя. Местами не исключается метель. 23 марта отмечается Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Мы поздравляем всех, кто имеет отношение к этому дню, и благодарим за вклад в возрождение украинской культуры. А мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах минус 11 и 0 градусов. Ночью, утром и в обед облака то будут расходиться, то вновь собираться над регионом. Однако вечер в Ровно и во Львове выдастся пасмурным, а вот осадков здесь синоптики не обещают. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха опустится до минус 9, а максимальная дневная достигнет отметки плюс 3. Как в темное, так и в светлое время суток жители региона смогут увидеть сквозь облака кусочки мартовского неба. Правда, на Сумы после заката опустится туман. Жители Востока ожидают как частые просветы, так и осадки в виде снега и снега с дождем. Местные термометры в течение суток покажут от минус 11 до плюс 3 градусов. Ежегодно 23 марта отмечается Всемирный день метеорологии. Цель этого праздника – рассказать о возможных последствиях изменения климата. Ведь сегодня это одна из самых серьезных экологических проблем, с которыми сталкивается человечество и которую нельзя игнорировать. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно увидеть от 7 до 10 градусов мороза. На днем прогнозируется от 0 до минус 3. С ночи до наступления вечера в области предвещается переменная облачность. После захода солнца небо над Северодонецком, Луганском и Алчевском потемнеет, однако снег выпадет лишь в Северодонецке. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 2 до 8 градусов ниже 0. А в полуденные часы они будут колебаться в пределах минус 2 и плюс 3 градусов. Облака над областью то и дело будут сходиться и расходиться. Вечер предвидится пасмурным. В Славянске возможен снег, в Мариуполе снег с дождем. В Днепропетровской области после полуночи ожидается от 7 до 11 градусов мороза, а в дневное время от 0 до минус 3. Жителям Днепра метеорологи пророчат частые просветы на небосводе в течение целых суток. На остальной территории области будет наблюдаться по большей части серые тучи. На Кривой Рог ночью опустится туман, в Павлограде вечером пойдет снег. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от минус 7 до 0 в Киеве предвидится ясная ночь. Утром на столичном небосводе появятся легкие облака, ну а вечером прогнозируется пасмурная погода. Однако осадков в этот день в городе не будет. Вот такой противоречивой будет погода в пятницу 23 марта. Пусть удача станет вам верным спутником во всех делах, а тепло близких согреет в любой ненастье. До встречи в нашей студии.